Почувствуйте преимущество серии гусеничных мини-погрузчиков от BAO. Встречайте исключительную мощность, производительность и универсальность. Компактный гусеничный погрузчик BTL – идеальное решение для выполнения работы, требующей высокой мощности и тяги. Серия BTL – это большая кабина оператора системы управления джойстиками, постоянно смазываемые натяжные шкивы и ролики, отличное тяговое усилие и проходимость за счет широкой гусеницы, а также большой дорожный просвет для передвижения по пересеченной местности. Отличная вертикальная траектория подъема, которая идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ. Погрузчики серии BTL также обеспечивают большую грузоподъемность для эффективности при многократных операциях загрузки и перевозки грузов. Больший запас топлива обеспечивает более длительные рабочие смены и большую производительность, позволяя не тратить дополнительное время на дозаправку. Модель BTL-400 – идеальный погрузчик для работы с тяжелым навесным оборудованием и почвообрабатывающих работ. Он предназначен также для обеспечения максимальных безопасности и комфорта благодаря конструкции RobsFobs и большому аварийному выходу. Вы можете выполнять огромное количество работ при помощи всего одной машины. Этот погрузчик отличается повышенной устойчивостью на крутых склонах и пересеченной местности, максимальной мощностью трансмиссии, обеспечивающей более высокое сцепление и меньшее давление на грунт. Также он оснащен улучшенной системой охлаждения для повышения производительности и увеличения срока службы машины. Новые функции позволяют дольше работать, увеличивают время безотказной работы и упрощают повседневное обслуживание. Моторный отсек максимально защищен от ударов и столкновений. И, наконец, BTL-400EX – единственный компактный гусеничный погрузчик с телескопической стрелой. Оснащенный уникальной инновационной телескопической стрелой, он предназначен для того, чтобы поднимать выше, тянуться дальше и копать глубже. BTL-400EX – это максимальная работоспособность, а также повышенная прочность и надежность.